На окружности с центром О лежат точки А, Б, В. Отразив точку П относительно прямой АО, получили точку почти их. Отразив ту же самую точку П относительно прямой ОБ, получили точку П дважды. После этого провели мы БП штрих и АП два штриха. Это несложная задача на теорему о вписанном угле. Смотрите, все совсем просто. У нас вот эта дуга равна вот этой линии, потому что точка P2' получена по симметрии. Значит, если мы проведем отрезок AB, то угол PAB, опирающийся вот на дугу BP, будет равен углу BAQ, который опирается на симметричную. Значит, вот эти два угла равны. Замечательно. Теперь смотрим на вот эти ПА и АП-штрих. Они тоже равны, потому что П-штрих получен симметрией. А значит, если мы с вами посмотрим вот сюда, на угол ПБА, то он опирается на такой угол. А вот этот вот угол АБУ опирается на равную. Значит, они тоже равны. А если у вас есть четырехугольник, равны, то это дельтоид точки P и Q симметричные.